Интуиция! Профессийный секретарь, фанат футбола, артист МНС. Когда ты идентифицируешь всех персонажей? Самый короче, с трех букв. Короткий, значит, по коротким словам. Ой, пошли. Да. Тоже белые перчатки. Тут такие, что больше похожи, знаешь, там на какой-то далматинца. А тут вообще одно. Сзади знак. Учебный, спереди учебный. Въезжаешь в город, там и туфля. Обязательно туфля наклеена. Сейчас так, розовый. Напой тихонько мне. Один из трех, говоришь, Андрей. Хочу подсказку, один из трех. Выбирай категорию. Артист МНС. Но все-таки почему Шуфрича не мог? Все же было бы проще. Убрали его несколько месяцев назад. Тренерики там здоровья, да? Нет, то фитнес. Фитнес. А wellness что? Wellness это человек, который... человек, который следит за красотой человека в целом. Номер 7. Сгорело право на единственную ошибку в шоу «Интуиция». В любой момент могут тебе сказать: «Виктор, ты наверняка знаешь, что wellness-тренер – это вот этот мужик с бабочкой, а экономист, ну, наверняка вот эта замечательная тетя с косичками или без, здесь же совершенно не важно». По-прежнему 7 категорий. Все начинается с инженера строительной компании, заканчивается коллекционером «Виру». Мне пройти. Мне действительно библиотека, мне знакомиться не надо. Я точно не буду, мы уже. Но книжок я не брал, потому что за ней все шукают, наховаются. Как бы работала твоя интуиция? Кого бы ты отгадывал? Кто артист МНС? 8. Скажите, пожалуйста, так ли это? Абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Человек в форме конферансье может выступать как артист разговорного жанра. Не доверился своей интуиции. Знал, знал и проиграл. Аплодисменты Вите Бронюку.